Здравствуйте! Добро пожаловать всем, кто заглянул ко мне на канал. Мой канал посвящен вышивке крестиком. Меня зовут Лесли, и я выпускаю видео на русском и на английском языке. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться моими итогами за февраль месяц, то есть, что я вышивала в феврале. И могу сразу сказать, что это было не так уж много. Я себя плохо чувствовала, у меня была депрессия. У меня недавно бабушка умерла, у меня ничего не хотелось. Ну, надо уже возвращаться к нормальной жизни, как-то себя в руки брать и дальше жить. Ну, я вам сейчас покажу, что я вышила. Первая работа, это была работа от Адриана. Пояс в сказку. Размер работы 13 на 18 сантиметров. Вот такой какой-то такой классный пояс, как у Гарри Поттера. И сейчас я вам покажу, сколько я вышила. Я вышила в основном вот эту нижнюю часть, вот здесь. Немножко вот я вышила вот здесь замок. И здесь вы видите, здесь там, где надо вышивать, оно светлый фон здесь, а вот здесь такой темный. Вот так, могу показать поближе. Сразу говорю, вот эта работа очень тяжелая. Здесь надо часто менять нить, и здесь есть одиночки, то есть вышивается очень-очень медленно, но интересно. Интересно получается, красиво. Я вам покажу ниточки. Вот ниточки. У меня еще их много осталось. Здесь сколько? Здесь 29 цветов. Я думаю, мне хватит. Вот так. Я думаю, что дальше я буду продолжать вышивать вот здесь вот этот замок. И потом буду уже вот эту часть вышивать. Но, как я сказала, вышивается долго. Это была первая работа. И вторая работа, потому что у меня их две. Я вышила две работы. Сейчас, минуточку. Я начала вышивать вот эту красивую русалку. Это новинка, которая появилась на 1-2-3 Stitch. Вот такая, называется «Любопытная русалка». Curious Mermaid. Так она выглядит. Работа вышивается очень легко. Сейчас я вам покажу, сколько я вышила. Я вышла такую нижнюю часть этой русалки. Вот здесь. Вот эту часть я вышла. Получается, у меня здесь якорь. Немножко такое, как бы золото, которое лежит на дне озера. Немножко вот я вышла тоже, или начала вышивать водоросли. То есть вот эту часть. Здесь в инструкциях указано, что надо выбирать, надо вышивать на равномерке, но я не люблю равномерку. То есть здесь указано, что 32-й каунт надо использовать и вышивать две нити. Я вышиваю две нити. Я купила такую ткань такого зеленого, бледно-зеленого цвета, потому что мне кажется, что вот эта ткань, она слишком темная. Мне хотелось немножко посветлее, чтобы было. И это Аида, 16-й каунт. Я вам сейчас покажу ниточки. Здесь их очень мало. Здесь 3, 4, 5, 6 цветов. Вот такие вот цвета. И очень быстро, легко вышивается, потому что так не надо часто менять нить, как вот здесь. Здесь надо очень часто менять. Здесь тоже вышиваются две нити. И здесь будет немножко бэка, очень мало, вот на вот этих окнах будет бэк. Здесь, по-моему, вообще никакого бэка не будет. Нет, здесь бэка нет вообще. И я думаю, что дальше я буду вышивать уже, начинать немножко водоросли, уже начинать буду ее хвост вышивать. Вот водоросли продолжать. Здесь не полная зашивка, здесь будет очень много пустых мест. Из-за этого надо, производитель рекомендовал брать 32-й каунт. Здесь у меня
будет полная зашивка. Вот такая бутылка, вот здесь, где светло. Здесь будет бутылочка. Вот этот цвет, это не черный цвет. Хотя, может быть, кажется, как будто это черный цвет. Но это не черный цвет, это такой темно-темно-синий. Я вам сейчас покажу. Это вот такой цвет. Номер 939. Я вышиваю нитками DMZ. Вот черный цвет. Я не знаю, если вам будет видно. Вот черный цвет, это 310 номер. А вот этот 939. Видно ли вам разницу? Мне видно, но я не знаю, если видно на камеру. Вот так вот, что у меня получается. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи на моем канале. Пока!